Две победы в двух матчах. На стадионе «Труд» первые игры нового сезона провели юные футболисты Серпуховской школы «Крепость». Ребята 2009 года рождения без видимых проблем одолели оппонентов из Домодедова. Команду «Олимп» со счетом 3-0. А самый младший возраст игроки 2010 года рождения еще более убедительно обыграли наших гостей 4-0. Удачный старт для серпуховичей. Уже в эту пятницу, 28 августа, наши футболисты на выезде проведут матчи второго тура. В соперниках московский клуб «Велес».